он заваншотит, можно. Может, с ним надо быть аккуратнее. Стрим умер от голода. Да? Ну, это провайдер шалит. Блин, ну супер душная тема на самом деле. Куда мне теперь идти? Они, кстати, вообще безобидные, эти маленькие люди. Потому что что могло сработать? Какой мог сработать механизм? Что я переключил? Как бы в этом прикол. Где-то вдалеке. Я жил, ты не поверишь, найс. Ну это провайдер, он троллит немножко. Так, ну наверх, мне кажется, можно было бы и пролезть вот сюда, на самом деле. Ну и почему бы нет, фонари-то есть. Такие огромные пещеры, у меня нету для них факела. Прекрасно. Даже не знаю, мне придется, наверное, лоудиться и просто идти на этот лифт, я думаю, потому что я слишком много ходил. For real, как говорится. А я уже играю. F5. Ну, бывает, ничего страшного. Как хорошо, что я здесь сохранился, на самом деле. Почему ты его пропустил? Потому что, ну, я в него спускался на прошлом стриме, и там просто была какая-то ебака огромная, насколько я помню. Ну, я так слабо помню, конечно. Но было так. И мне показалось, что мне, ну, не нужна ебака в данный момент. Но сейчас я отчаян и готов. Я правильно иду? Как ярко. Да, я иду правильно. Опа, professional mancing. Ну, это развалено. Ой. Уже шипит, все залезли, челик этот.
Ну, без факела, да, я тут навряд ли что-то мог здесь придумать. Какие-то звуки. Птеродактиль. Кайф. Вот камень душ. Для чего он вообще нужен? Поверхность кристалла гладкая на ощупь, однако кажется таким его породила природа. Запомню для телевикторины, но зачем он нужен? Ладно. Покажусь ему. Здорово. Нозрамус, о, новые гости. Меня зовут Нозрамус, я занимаюсь алхимией, живу здесь, принято с тобой. Приятно с тобой познакомиться. Ты не можешь точно сказать, женщина, ну, короче. Да. Пиздит. Пиздит. Я здесь, у него здесь нет чайников. Ой, что-то за спиной. Бёрдман. Сыш. Скажите, сыш. Ну, направо. Ебака выпрыгнула какая-то. Почти ничего не видит. Ну, съёбываемся. Как он нашел меня тогда? У него тоже, кстати, что-то между ног есть. Убежает, естественно. Пиздец, это сейчас будет какой-то мой анекдоте про грузина и спичку. И темную комнату. В этой комнате... Ой, в этой игре это часто... А, он меня зажал. Крадущийся щелкает ртом, пытается определить, где ты находишься, каким-то образом он тебя чувствует. Но я не хочу с ним драться, с этим крадущимся, блин. ГГ. Не-не-не-не. Вот здесь можно, вот здесь я вижу потенциал манса. Опа. Зачем я поворачиваю туда? Ну, давайте посмотрим. Убежать, убежать, давай. А здесь некуда. Бля, он взял след и просто идет за мной теперь. Ты можешь плохо кончиться. Мало он у меня утоляет. Возбужденно трепещет в предвкушении. Нифига себе он. Озабоченный. Какой-то дух с костью можно пройти, наверное, не знаю.
Грязь. Так, ну я нашел комнату ты чистен, кажется, секундочку. А как это сделать? Сорт, ну что такое, господи? О, о! Подождите. Осуждая, я не знаю. Что? Подождите. Не сказали, что девочка не... Ой, не хочет. Здесь уже была бы убита девочка. Ну ладно, все. Место за... Не знаю, что зачем. А зачем реально? И что дальше? Блин, надо было с нее снять вещи, но ладно. Ну, в смысле... Блин, что я сделал? Изучить. Не трогать. А, какая-то некая сущность, я не вижу просто, господи. Сущность в виде гномика, блин, я не знаю. А, ну я меньше намного еды трачу, кстати, теперь. Есть большие плюсы. Где мое жареное мясо? А, у меня сырое теперь оно. Понял. Фух. До свидания. Ты ёб твою мать. Призрак рыцаря какой-то еще. Блять. Сейчас я вернусь, одну секунду. Кошки дверь открою. Не знаю, если честно. Чё-то я... Ну, не то чтобы задушился, но я не знаю, что дальше делать, как проходить игру. Вариантов вообще не вижу никаких. Разве что напасть на того темного мага, я не знаю, как вариант. Что рыцаря я взрывал, и то, и все, ему вообще похер.
Кто тебя навел на эту игру? Есть один человек. Дуреченский, Дуреченский. Ну, в принципе, я о ней и так слышал, знаешь, о нашем инфополе. Ее все хвалят, 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 хвалят. Вот я тоже слышал эхо похвали бы этой. Горловое пение это, конечно, страшно, но не думаю, что прям так сильно. Давайте. Все. Кайф, ну все, давай с ним теперь поговорим. Что за подземелье? Страха и голода, связующее звено между различными планами существования. Это одно из последних мест, где человек еще может лично встретить своих создателей, не перебивая мои песнопения. Ну все, я могу спокойно с ним разговаривать, прикиньте. Всем богам, ну это я помню, я вас спрашивал. А вознесшийся? А. Девочка его лупит. Я лежал, ну понятно, я тоже спрашивал. Давай скажем ему. Приготовься умереть. У меня еще остались здесь дела. Ну, прости, братан, все, пора ваншотить тебя. Мимо. Ой, подожди, что-то колдунство. Фуф. Это что ж такое? В голову именно. Так, я понял, он Майк Тайсон, типа, жалит, как пчела порхает, как бабочка, дать в тело. Все, до свидания. Так, лампа жреца. Я не знал, что можно прервать его каст разговором. Да, вот так вот. Такой вот я крутой. Прикол. Так, ну двух я не уверен, что я осилю. Хочется еще вот с этим чуваком подраться, на самом деле. Надо подхилиться. Хотя, фул хп. Давайте. Он мне само... Ой, с самого начала не нравился. С
смеешь нарваться на драку. Ой, как он складывает пальцами жуткие знаки. Что-то как Наруто кастит что-то. Ну, надо ему тогда по рукам дать, правой руке. Ну все, какие. Замечательно, изи. Без рук он совершенно беспомощен. Ну вот все. Че, он самый умный, что ли? Подождите, я почувствовал силу. Я, кажется, всех разваливаю. Пойдемте, я еще и этого разваливаю. Обыскать мантию высшего жреца. Шенки, ты также снимаешь талисман бдительного ока. Бейба. Ну, это магическая защита, но она мне может пригодиться, кстати. Хотя 78 обычные. Наверное, оставлю. Так, а... Girl может одеть эту тему, в принципе. А бдительное око что делает? Всевидящее око приглядывается за тобой. Кажется, под его надзором страх немного отступает. Но это... Нам не надо. Так, давайте просто подхилим. Girl, так называемая. Зеленая трава. Так, где ли? Ну я так, на всякий случай прокликать, я, конечно... Хотя мне кажется, что... Хотя ладно, не буду говорить за Поднебесного. Мне кажется, он бы так сделал. Так. Да, ну пойдем к тому чуваку, его развалим просто. Че он? Вот, кто он такой вообще? Иди сюда. А как этот челик меня победил? Вопрос просто... Хоть я и спал, я не знаю. Ну все, навыки поговорить. Ты все еще можешь ждаться, быть хорошей деточкой. Мне нужны новые подопытные, видишь ли, я доктор. А зачем они тебе? Увидишь новый мир. Страданий, выйди пределы выдержки человеческого тела. А еще немножко с ним поболтаем, какая разница уже. Не подходи, я не позволю. А, я позволю, ага. Угу. Не стоит меня недооценивать, в прошлом я побеждал куда более грозных. Ну, все. Все понятно. Не знаю, как он уворачивается. Отряд Поднебесного побеждает. Так, обыскать. Ключ от второго этажа. Освеживать нет смысла. Второго этажа. А, все, я знаю, где это. Это налево и вниз.
пойдемте скажем Челику, что все, может, он к нам в пати зайдет. Будет. Блин, вот знаете, вот с этой штукой я немножко не уверен, что я готов драться по какой-то причине. Так, я с ним в этом сейве еще не разговаривал. Да все, уже все кончено, пойдем, бро. Может быть, придется с ним драться, кстати. Тебе удалось избавиться от этого изверга? Просто восхитительно. Только вот одним тортюром местной опасности не ограничивается. Хочешь пойти дальше вместе? Ну как так-то? Так я не помню, это вверх и влево или вниз и влево? Либо вниз и влево. Он шустрый. Ран, ран. Не отдайся стражникам. Ну, здесь и налево, второй этаж. Am I right? А налево что? Ничего. То есть кухня. Ой, что-то я не помню. Давайте зажжем его, пожарим мясо. Это первый этаж, да, но я пытаюсь. Я помню, где-то была дверь, где осьминоги. Точно не помню, где дерьмо. Блять, мисс Кликус. Каждый раз, когда заходишь на этаж, его название должно высвечиваться сверху. Не, ну второй этаж, это же просто кровяной какой-то кишка толстая, я не знаю, блин. Где ящер? Рептилоид бродит с копьем. Или я ошибаюсь, что-то не так. Я думал, ты игра, типа, идешь и стреляешь, ну, типа, только... О, вот. А здесь надо думать. Не-не-не, вот эта дверь, я уверен. Ставить эмблему ворона. Выбить дверь. Подождите, я помню ворона. Если спускаться в шахты. А почему я ушел из шахт? Капец, я очень сильно уже запутался. Поплыл, чуваки. Это все 30-е минут стрима. Или сколько я уже стримлю? Час.
Предметы. Лампа жреца. Окей. Который якобы полностью восстанавливает рассудок. Пахнет невероятно мерзко. Это прогрев какой-то, что ли? Я выпью это исцеление разума и сойду с ума, а зелье жизни меня мгновенно убьет, что ли? Я не понимаю. У тебя реально проблемы с памятью. Тебя убили. Да, блин, реально. Получается так. Но я первый раз не дерусь. Терпим. Блин, душминог какой-то. Ну это душка, он сейчас, он шлепнул герл. Охуительно. Побеждает, но какой ценой? Так, ну... Не буду шутить всякие шутки. Типа, о спешке и все такое. Блин, я так много умер, что... У меня же ноль прогресса, правильно получается, в данную секунду? Что я до сих пор не сейвился. Не знаю даже, имеет ли смысл вообще сейвиться мне сейчас. Я знаю, чем я займусь сейчас, секундочку. Надо подхилиться и так далее. Тот чел раненый, насколько я помню, я должен справиться. Хоть он и рыцарь. Так, я здесь лутался? Должен был лутаться. Да. Все. Что? Как благородно нападать на раненого рыцаря. Ну что поделать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Не знаю даже, что сказать. Я завтра попробую с новыми силами, с утреца, все такое. На сегодня все, я задушился. Мне надо начинать. Ну, в хорошем смысле, я получил за этот час много удовольствия. Как бы без негатива. 100%. Сейчас думаю, может, в Хан Шоудаун просто поиграю, покрыщу. Как бы вот все, что вот сейчас вот на меня накопилось из-за этой игры, я выплесну на других игроков. Крыся и кемпи их. Вот так вот. Такой у меня план. Советую бросить эту игру. Уже поздно. Жертвовать психику. Уже поздно, понимаешь? Еще вторая часть, третья часть я там видел. Поэтому... Да и мне, в принципе, нравится пытаться. То есть я могу легко посмотреть, просто сейчас зайти гайд и... пойти и сжать кнопки, а как мне пройти эту игру. А мне хочется поиграть в нее, понимаешь? Потому что, понимаешь, я когда-то делал, пытался... Ну, я и делал игру, но меньше, худшего качества, на RPG-мейкеры. По сути, на движке, на котором эта игра сделана. И поэтому мне просто прикольно еще смотреть. И эта игра реализовала то, что я хотел сделать. То есть это боевка вот в этом RPG-мейкере, но только такая, что она была, типа, реалистичная. Да-да-да, ну что... То есть тут же мне нравится, что ты как бы бои очень быстрые. То есть обычно в этих RPG-мейкерах там 12 тысяч хп у тебя, 15 тысяч хп у твоего противника. Бам-бам, хуяритесь там. А тут пара, бам-бам, несколько ударов и все. И каждый удар решает. То есть я, например, могу там отрубить руку, и человек не может против меня ничего колдовать. Короче, прикольные механики. Мне нравятся такие игры. Авторские проекты, я их называю. Короче, стрим будет минут через 5, я не знаю. Зарноцкий. Фиренхангер я буду, в принципе, стримить. Time to time. Не знаю, понравится ли тебе Хан Шоудаун. Короче, рекомендую клипы чекнуть. Вот у меня много клипов по Хан Шоудауну. Там по ним можно понять, что за игра. Короче, 5 минут и продолжим. Стрим я оффну и включу. Советую. Короче. Спасибо всем, кто был на стриме. Ну, такой коротенький час. У меня 1600 часов ханти. А, ну все. Сейчас будет хант. Не хочешь в хант сыграть, Зерновский? Такой вот спонтанный сталкинг. Сейчас еще Николая напишу. Может, Николай будет в хант. Есть же такая вероятность. Секундочку. Хант... А, и Двуреченский играет в хант. Так, сейчас за Двуреченским будем в хант. Сейчас будет... Все сейчас будет, давайте. В общем, на связи. 5-10 минут. Я не играю перед сном в хант. А, это правильно. Максимально правильно. Я просто не планирую в ближайшее время ложиться спать. В ближайший месяц. Ладно, я шучу. Все, давайте.